Доброй ночи, дорогие друзья! Вас приветствует Александра Сашоу и компания «Праздник.ру». После довольно-таки долгой паузы мы возобновляем добрую традицию проведения розыгрышей подарков от нашей компании. И прямо сейчас мы узнаем, кто же станет победителем и получит один из трех предложенных на выбор подарков, потому что, внимание, 0000, и мы начинаем наш розыгрыш. Условия розыгрыша можно прочитать в нашей группе «Праздник». Верхняя запись. У нас с вами есть 18 репостов, а победителя мы узнаем с помощью приложения «Выбиратель». Так, для этого нам нужно скопировать ссылочку на эту запись. Зайти в приложение, добавляем ссылочку, победитель у нас будет один, та-да-да-дам, и кто же это? Николай Кавалеров! Зайдем на его страничку, да, по условиям конкурса было состоять, быть другом Александры Сашо, мы видим, Николай у вас в друзьях. Сделать репост записи и сохранять ее у себя на страничке до розыгрыша, а также состоять в нашей группе «Праздник». И сейчас мы проверим, для этого мы копируем имя, фамилию, заходим в участников группы и выполняем поиск по участникам. И Николай у нас в группе. Ну что ж, Николай, вы выполнили все условия, с чем мы вас и поздравляем. Тут же добавляем комментарий на вашу страничку. Вам остается лишь выбрать один из трех призов. А мы прощаемся, дорогие друзья, с вами до следующего розыгрыша. И надеемся, что если у вас приближается праздник, то вы его проведете, конечно же, со шоу. Финальная точка. Отправить.